Надеяться на лучшее, готовиться к худшему. В региональном правительстве прошло заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения. На повестке дня подготовка предприятий электроэнергетики к возможным капризам природы, а именно к паводковому и пожароопасному периодам. По прогнозу Главного управления МЧС, в ближайшее время ожидается продолжение выпадения осадков в виде снега и дождя. Пока на большинстве рек региона идет увеличение уровня воды, поэтому паводковые моменты, они возможны. Прошу, значит, на самые болевые, скажем так, точки постоянно держать особое внимание, их под особым контролем, и в случае нештатных каких-то ситуаций оперативно реагировать, соответственно, информировать. Руководители предприятий отчитались о проведенных мероприятиях. Работа по подготовке к паводку началась на всех объектах электроэнергетики региона, но более пристальное внимание к тем, которые расположены в возможных зонах подтопления. Разработано 43 мероприятия. В данный момент мероприятие выполнено на 95%. Оставшиеся касаются осмотра гидротехнических сооружений после прохождения паводка. Подготовлена техника в личный состав. Техники 6 единиц, личный состав 24 человека. Аварийный запас необходимых материалов, техники, автотранспорта обеспечено 3 дизель-генератора, шуи в родниках и формные. Имеются аварийно-выездные бригады. В целом предприятие готово к прохождению паводкового режима. Что касается пожароопасного периода, каждый объект энергетики оснащен средствами тушения. Налажено взаимодействие со спасателями. На более серьезные меры подготовки еще есть время. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.